Зал Дворца культуры «Кристалл» полон детских улыбок, ярких красок, нарядных и красивых дошколят. По традиции, накануне 1 июня на свой праздник «Кораблик детства» собрались сотни выпускников дошкольных образовательных учреждений. Детям и воспитателям почетные места, а родители ютятся по стенкам зала. Каждый пришел на праздник с хорошим настроением, ведь мир детства согревается теплом искренних глаз, яркими и чистыми помыслами. Всех выпускников и их наставников с праздником поздравил глава округа Станислав Суханов. Я сегодня хотел бы на самом деле поздравить наших будущих первоклассников. Все первоклассники будут? В школу все пойдут? Я вот слышу, что все пойдут в школу. А то думаю, может... Все, я услышал. На самом деле, я хотел бы поздравить, сказать, что ребята, вы молодцы. Вы выросли, вы стали взрослыми, у вас новый этап в жизни, это школа. Хотел бы пожелать, чтобы вы были такими же активными, чтобы теми оценками, которые вы будете получать в школе, вы только радовали своих родителей и приносили им только улыбку в дом, не расстраивали. Поведение ваше было бы только примерным. Хотел бы сказать слова благодарности тем людям, которые вас подготовили и вели на протяжении всего дошкольного возраста, вот к этой черте, это, конечно, и коллективы дошкольных образовательных учреждений. Это педагоги, настоящие профессионалы своего дела. Это те, кто трудится сегодня, и те, кто является ветеранами. Это почетная миссия учить детей. А учить маленьких детей, ну, наверное, и тяжело, и непросто. Поэтому хотел бы сказать слова благодарности управлению образования за то, что организует этот процесс. Потому что есть свои нюансы, которые необходимо делать. Хотел бы сказать самые главные слова. Спасибо вам, родители. Вы совместно с нашей системой образования дошкольного, я надеюсь, готовите, и я уверен в этом, будущих, настоящих граждан нашей великой страны. Поэтому я всех поздравляю с праздником и желаю, что все моменты, которые будут происходить в дальнейшем с вами и с вашими детьми, будут только в положительном русле. С праздником вас! Праздник выпускников дошкольных образовательных учреждений удался. Кораблик детства плывет дальше, ведь каждый ребенок, присутствующий на этом празднике, это будущий первоклассник. Так пусть школа примет наших детей и сможет увидеть в каждом из них маленькую яркую личность.